Фонари тухнут, ребята. Зачем я пошел в эту больницу один? Я так понимаю, здесь и живет Эльмира, это страшно. Ай, блин, что такое-то? Проход. Нет, нет, путы, блин. Всем здорово, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня я решил поиграть в хоррор-режим в Roblox. Называется он Эльмира. И здесь, как вы можете заметить, я попал в очень стрёмную, страшную больницу. Жесть! Что это такое? Одежда Эльмиры. Кстати, я купил одежду Эльмиры. Давайте нажмем. Окей, у меня типа есть. Но почему-то у меня вообще ничего нету. Даже мой скин пропал. Моя маечка не отображается. Ну ладно, может это какие-то временные баги. Смотрите, операционный стол. Жесть. Здесь, наверное, проводили жуткие всякие опыты, операции. Инвалидная коляска, медвежонок. Реально жуткое место. И здесь вот магазинчик есть. И первая часть. Ну что, ребят... Ставьте лайк, чтобы мне не было страшно, и я погнал сюда. А, здесь как... Смотрите, как в Дурс, например, да? Можно одному пойти, вот, соло, и играть с друзьями. А это что за телепорт такой? Давай залетим сюда. А, в главу вторую? Нет, мы первую не прошли. Давайте я попробую в соло, ребят. Первая глава. Да, я смелый. Ладно, я иду туда один. Пока что один. Если будет очень страшно, то я пойду с кем-нибудь. Попробуем, ребят. Что-то мне звуки уже не нравятся здесь. Студия рисования представляет. Давай, студия рисования, представь мне что-нибудь. Только не сильно страшная Эльмира. Окей. Мне музыку придется это отключить. Так, ребят, школьный автобус. На F фонарик. Где я, короче? Я должен пойти искать их. А здесь было написано в описании, что якобы я ехал в школу на школьном автобусе, уснул и проснулся вот здесь. О, фонарик включается. Мне нужно кого-то найти. Следите за огнями, цель. А, за вот этими огнями. Так, у меня есть ускорялка. Здесь очень стрёмные звуки. Эй! Может зря я сюда один пошел? В этот темный лес, еще и зимой. Но у меня ничего не остается. Пошли. Так. Усталость накапливается, не нужно быстро бежать. Похоже на старую больницу. Они должны быть внутри. Да. Конечно же, мы пойдем ночью в старую больницу. Цель — войти в больницу. Блин, звуки стрёмные. Ладно, ну до больницы точно никого здесь не будет. Смотри, какие у меня очки светятся. Фонарик у меня что, в глазах? Что происходит? Там какие-то звуки. Фонари тухнут, ребята. Ну все, мне хана. Зачем я пошел в эту больницу один? Я думаю, теперь... Что ж, теперь... Пути назад нет. Да, все, только... Что за звук? Это же из Дурс. Фигуры звук, пожалуйста, подождите. И телепортируюсь я. А, это такое вступление было. Теперь я окажусь в больнице. Цель, ищи своих одноклассников. В смысле своих? Я сюда один пришел? Нет. За что мне это? Как выключить музыку? Почему она играет? Меня же могут забанить за это. Ладно, я пошел. Заметки какие-то. Ужас, ребятки. Что там светится сверху? Блин. А! Путает, что такое там? Это может быть кто-то, кого я знаю. Я не думаю, что это тот, кто кого я знаю. Ну, в смысле, кого-то, кого я знаю, только что завалили. Вот это может быть. Найти ключ от двери. Там это было. И, короче, мне нужно туда попасть. Хорошо, я пошел искать ключ.
Как же здесь стрёмно-то? Что за фотки? Что за рогатые тут дьяволы? Жили, лечились. Либо лечили, а не лечились. О! Лучший фонарик. Да, я типа его нашел, но давай-ка робоксы. Сюда, если хочешь, лучший фонарик. Так, туалет там. Офис. И кафетерий. Я в кафетерию. Кофейку пойду бахну. Каким-нибудь пирожочком. Что тут закрыто? А мне можно, пожалуйста, какой-нибудь пирожок? Вкусненький в кафетерии. А свет включить можно? Пожалуйста. Возьмите палку. Это может пригодиться. Отлично. У меня есть палка, ребят. Я могу, если что, этой палке дать по башке Эльмире. Я так понимаю, здесь и живет Эльмира эта страшная. Ай, блин, что такое-то? Блин. Где оно? Палку надо в руки взять. Да нет, палка и не бьется. Короче, туалет. Теперь идем в туалет, да, после всего этого. Что? Эй, что такое? Что за звук? Закройся дверь. Там вообще стрёмный звук. Блин, там звук, ребят. Что это? Смотрите, в этой больнице кто-то спит, например, да? Пациенты, а сверху какой-то монстр с потолка спускается. А прикинь, открыть глаза в это время. Ужас какой-то. Ладно, погнали. Нам нужно найти ключ. Блин, я даже не могу пройти, пока эти открыты. Давай. Ключик, пожалуйста. Найдись. Вот и туалет, то, что мне нужно. Кто стучит? Это я так хожу? Как робот какой-то. Можно мне, пожалуйста, в какой-нибудь этот в помещение зайти? Мне очень хочется. А, я уже и так в штаны наложил. Уже не обязательно ходить сюда. Так, куда пойду? Давай сюда. Женский? Не, ну я женский. Ну ладно. Чисто проверить. Открыто. Там что-то красное. Проход. Ребят, куда я попал? Те, чьи глаза еще не потемнели. Блин, надеюсь, мои еще не потемнели глаза. Что дальше? Это открывается, нет? Здесь хотя бы эта ужасная музыка перестала играть. Это да. А здесь играет. Блин, жутко, ребят. Зачем я пошел в это? Здесь ключ уже. Лиф. Понял. Ливну сейчас отсюда. Только ключ возьму наконец-то. Который я ищу, да. А, что ты такое, блин? Блин, это она была, да? Куда ты делась? Ладно, все, не важно, куда ты делась, я пошел. Да блин, почему так стрём? Что тут происходит? А куда мне нужно было идти хоть? Что-то я забыл. Ключ этот куда мне нужно было? У меня есть ключ. Фонарик не то. Откройте дверь. Сейчас открою. Забыл, куда идти. Дверь, ты где находишься? А, вспомнил. Там же крики были. Вот здесь. Ну что, ребятушки? Эй. А, вот дощечка, которую я взял. Нам не пригодилось. Свечи. Какие свечи? Пройти через коридор. Блин, да тут стрёмно ходить. Звуки же ужасные. Нет, я не смотрю на тебя. Все, тише. Идем, не падаем. Так. А вот здесь я не ходил. Быстрее. Я прошел. Помогите! Кого-то утащили! А вот мои одноклассники! Это сюда потащили? Где? Куда тебя тащили? Я тебя спасу, девочка. Блин, что произошло?
Прикольно, здесь сюжет есть. Пожалуйста, подождите. Я телепортируюсь куда-то. Эльмира 3, откройте дверь. Какую? Эту? Пошли, откроем. Лучший фонарик. Пока не надо мне. Ран, беги. Понял. Я в каком-то подвале. Понял. Я ищу своих одноклассников. О, пробежала! Это Эльвира это пробежала. Куда она пошла? Сюда пошла? Пошли. О, нет, это операционный стол. Здесь явно с ней опыты делали какие-то. Проводили. Так, хорошо. Она призрак, она спряталась куда-то. Что тут за записка? Портал какой-то. Так, здесь все хорошо. Светится красным, мне не нравится это. Давай сюда сначала. О, ты! Блин! Блин, открывайся! Заблокировано. Короче, мне нужны какие-то картины, ребят. Она... Оно здесь появилось и пропало. Вот картины, да. Взял картину. Что за клетки? Кого здесь держали в этих клетках? На этой фотографии есть имя. Малори. Малори. Не знаю, как-то так, короче. Девочка какая-то, блин. Это вот это она? А где еще фотки найти? Ужас, мне придется сейчас бродить. Не фотка? Можно мне фотки сразу все распечатать и все, и не ходить никуда? О! Где-то еще будет. Блин. Как же здесь стрёмно. Фонарик этот валяется. Улучшенный за робуксы. Можно мне, пожалуйста, фотографию быстро найти еще одну? Нет? Ну нет, конечно же. Только фонарик за робуксы, пожалуйста, бери. Стрёмно, стрёмно, ребят. Ладно, есть еще одна фоточка у меня, я пойду ее повешу. Может, по дороге еще что... О, а, эту я взял. Блин, мне это пугает все. Давай повесим. Еще одна где-то. Давай здесь еще поищу. О! А вот и Эльмира! На этой фотографии есть имя, да? А вот это Эльмира, ребят. Вот она нас преследует, короче. Ужас. Ладно, я открыл эту дверь. Это они втроем здесь? Морг. В морге похоже, что здесь что-то было. Что-то точно здесь было? Блин, сейчас что-то, кто-то из них встанет, по-любому, мне кажется. Нет? Вода. Можно мне в воду? Не надо. Лестница. Мне придется в воду лезть. Или нет? Давай попробуем обойти. Нет? Нет? Свет, пожалуйста, не тухни. Нет. Что за звуки? Эй. Пожалуйста, не надо. Не надо. Я просто хочу найти своих одноклассников. Я плохого ничего не делал. Я просто ехал в школу. Получить помощь. Где там? Туда нужно нажать? Help. Портал. Похоже, это мой единственный выход отсюда. Мне нужно выяснить, как его активировать. Ага. За робуксы какой-то... А лабиринт это, я могу купить GPS-ку, ребят. Блин, я открыл дверь в лабиринт. Мне нужно найти каких-то 4 рычага, запустить генератор. И тогда
Я вызову помощь и, наверное, спасусь. Его здесь что-то заработает, да? Ну что, пошли в лабиринт. На крайняк за робукс, конечно, можно купить какую-то карту для лабиринта, но мы не ищем легких путей. Мы же с вами бесстрашные ребята. Здесь вообще ничего не видно на самом деле. Ой, ребятушки, иду пока прямо. Но потом у меня есть про... О, первый рычаг есть. Знаете, правило... ну, левого плеча, например. Всегда налево. Идем налево. Блин, этот писк, значит, она где-то рядом. Например, давайте, будем всегда идти налево. Идем. А, нет, нет, а, путы, путы, блин. А что мне делать? Ран, ран. Можно купить, мне предложили спортсмен, типа... Скорость, да я не успел даже... Скорость, я не успел ничего... Свет зажегся, когда я включил один рычаг. Или что? Короче, я ничего не успел. То... О, ускорение. Я понял, когда она меня ловит, она в лабиринте-то и живет. Я включил два рычага, она там и живет. То есть вот это самое стрёмное здесь. Я понял. Когда я слышу этот звук, значит она рядом. Когда сердце бьется. Да-да-да, вот она где-то рядом. Догоняет меня. Я не хочу умирать. Эльмир, отстань от меня. Я хороший. Блин, я заблудился. Так. Где еще? Нет, она где-то. Сзади, сзади, да? Блин, блин, я реально заблудился. Нет! Она возвращает меня обратно. Два рычага найти, ребят. А это сюда я пришел. Как же стрёмно здесь. Ладно. Пошли. Давай направо. Короче, она мне не дает проходу. Давай прямо попробуем. Хорошо, что хотя бы рычаги эти остаются включенными. Я не знаю, куда идти. Вообще не знаю. Вообще стрёмный лабиринт. Рычажочек, пожалуйста, появись. Давай налево будем теперь ходить. Блин, она! Давай сюда. Ой-ой-ой, убежал, убежал вроде бы. Вот включенный, это включенный, я заблудился. Я вообще назад пришел. Блин. Можно я здесь постою? Так. О! Последний, ребят, последний. Всегда буду идти налево. Вот чтобы не заблудиться. Вдоль стены лево иду. Иду. Блин, она где-то догоняю. Я думал, смогу сбежать. Стремненькая ты, конечно. Но у меня остался один рычаг только. Мне снова предлагают быстрый бег. Да не, я уже почти справился с таким бегом. Давай теперь направо попробуем. Вот, просто иду. Блин, она уже здесь. Значит, где-то рычаг здесь, мне кажется. Она его охраняет. Всегда по правой стороне теперь иду. Смотрите, ребят. Я такое придумал. В лабиринтах ходить. Просто идешь всегда по одной стороне. Но я иду всегда, придерживаюсь своей тактики. По правой стороне всегда. Блин, она навстречу! Жесть. Я так далеко забрался. Она меня... И фонарик. И опять мне предлагают купить что-нибудь. Этот фонарик вообще почти не светит, ребят. Где последний рычаг будет? Давай вот просто пойдем куда-нибудь. Ну давай по левой стороне снова. Короче, ребят, у меня новая тактика. О, блин, мне хана походу. Нет? Один раз влево поворачиваю, один раз вправо. Давай, здесь влево.
Здесь вправо. Блин, он догоняет меня. Я здесь уже запутался очень сильно. Брожу, ничего не могу найти. Право. В следующий раз быть лево. А, ну тут только налево. Теперь мне направо бы. Есть тут дорога направо? Ага. Направо не было. Идем, значит, куда-то сюда. Ребята, я наконец-то его нашел. Блин, чтобы вы понимали, я здесь, не знаю, кучу времени потратил, чтобы найти, войти в портал. Да, теперь мне нужно как-то вернуться назад. Та еще проблемка. Это ужас, еще эта музыка нагнетает. И эта девчуля здесь где-то бродит. Как мне назад вернуться? Я, конечно, могу просто ей попасться и меня перебросить назад, да? Но мы постараемся сами. Сами решить все эти вопросы. Давай. Ну, нет. Блин, самим не получилось. Надеюсь, все включено. Да, все включено, ребят. Портал заработал? Нет. Войти в портал. Так. Что такое, все покраснело? Это место выглядит странно знакомым. Эльмира. Я вышел из больницы. Что за рука? Видели могилу Эльмиры? Что такое здесь происходит? Все красным засветилось. Да, гигантская рука! Чего? Поймала меня. Конец первой главы. Глава 2 сейчас вышла. Вернитесь в лобби, чтобы продолжить. Спасибо за игру. Офигеть, ребята. Первая глава пройдена. Ну, я хочу сказать, лабиринт мне очень тяжело дался. Последний рычаг. Те включенные я много раз находил, но последний просто жесть. Я столько бродил. Хорошо, ребят, первая глава пройдена. Давайте в лобби пошли. И вторую мы там тоже видели. Давайте... О, спасибо за 10 миллионов посещений. То есть это популярный режим, оказывается. Короче, ребятушки, в следующий раз мы придем и пройдем вторую главу. Напишите в комментариях, как мне проходить одному, либо с кем-нибудь. Одному, конечно, очень стрёмно, но в то же время есть свой такой здесь интерес. Сам одному попробовать пройти. На сегодня на этом все. Спасибо, что смотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся, надеюсь, очень скоро. Всем удачи, всем пока.